Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня хочу поделиться рецептом очень быстрого пирога, на приготовление которого уйдет примерно 30 минут. Он просто переполнен начинкой, а теста там совсем немного. Я его обычно готовлю с яблоками с добавлением ягод. Фрукты и ягоды можно использовать абсолютно любые. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. К яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль, ванильный сахар и корицу. Размешаю миксером буквально 1 минуту до растворения сахара. Долго взбивать не нужно. То же самое можно сделать и ручным венчиком. Добавляю сюда сметану любой жирности, у меня 15%. И также просто размешиваю. Затем всыпаю муку с разрыхлителем. И тоже размешиваю до однородности. В итоге должно получиться такое тесто, достаточно жидкой консистенции. Выкладываю в тесто яблоки. От кожицы я их не очищаю, так как яблоки молодые и она достаточно тонкая. Отмечу, что яблоки я режу достаточно крупно, а вы делаете как хотите. Все тщательно размешиваю. Выкладываю массу на противень, застеленный пергаментом. Я использую противень размером 30 на 22 сантиметра. Затем все равномерно распределяю. По желанию в пирог можно добавить орехи или изюм, я же использую свежую смородину. В принципе, подойдут любые ягоды, в том числе и замороженные. Выпекаю пирог в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовый пирог посыпаю сахарной пудрой и сразу разрезаю на кусочки. Мне это удобно делать ножом для пиццы, но можно воспользоваться обычным. Посмотрите, буквально за 30 минут у нас готов пирог. Можно сразу подавать, остывает он быстро. Пирог получается очень нежным, вкусным, сочным, насыщенным начинкой. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусных, простых и быстрых пирогов. И подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.